Всем привет! Снова с вами Game Dragon, у нас продолжаем марсоходить, продолжение Mars Horizon. Итак, в прошлый раз мы с вами тут наворотили дел, 2000 год, январь, и мы продолжаем. Следующий этап, следующая миссия, история Меркурия. Так, ну хорошо, и что у нас тут свободного? Свободного пока ничего, все строится, космическая станция строится, замечательно. Так, осталось, наверное, ну, ход может быть 2 до конца, нет... 8802 хода осталось до конца исследований. И тогда у нас как раз миссия освободится. Так, сверхновая не показалась. Недавно одобренное предположение наблюдать за повторным появлением сверхновой через ваш телескоп окончилось неудачей. Она не показалась, так как следовало из прогноза. Информация из наблюдений за группой галактика предотвратила потерю знаний из-за этого проекта. Ну, ладно. Так, и доступен следующий этап миссии. Переходим к миссиям. У нас автовыбор здесь просто шикарно. Так, все хорошо. Есть, мы это закончили. Удачно получили почти 6 миллионов. Ура! Так, бежим дальше. Да, последний ход. Нет, еще два. Чуть-чуть не хватает, буквально совсем-совсем чуть-чуть. Так, одну миссию мы пока оставим свободной для того, чтобы выполнить как раз вот. Так, Марс 4НМ. Выбор цели. Так, опять у нас выбор цели. Отправить к горе или отправить на простор. Значит, давайте отправим к горе для наших ученых. Вот, пиарщики подождут. Тем более, сейчас нам уже это не так важно. Вот, поэтому можем смело отправлять для науки. Исследование и подготовка к высадке на Марсе. Среда обитания завершилась. Итак, мы имеем следующее. Подготовка к высадке, это мы миссию сделали. Так, а теперь нам надо саму полезную нагрузку. 9600, нам нужно науки много будет. Ну хорошо, это будет последняя, в принципе, миссия перед тем, как мы рванем дальше, в четвертую эпоху. Спектр завершает постройку. Так, 25 награды поддержки, но плюс 25 времени создания ракеты. А где он? А, вот он появился как раз, под конец уже. Так, замечательно. Ну и теперь модульная космическая станция. Давайте использовать шаттл заводила, который совершенно адекватно выведет нам эту станцию. Так, 6 очков. Тут у нас продвинутая амортизация, повышает нагрузку. Да, в принципе, окей. Меня это устраивает. 790 тысяч всего лишь. Так, и пока у нас идет следующее исследование, я что-то думал, что это у нас уже будет прямо постройка готова к полету. Давайте посмотрим, что Марс нам предлагает. Значит, подготовка к высадке. В принципе, можно уже запланировать. А, отлично тогда, смотрите. Красавчик. Так, стоит дорого. Так, стоит эта штука дорого. 3 700 000. Нормально. Супер. Так, давайте смотреть, что у нас получится дальше. Дальше у нас ничего не получится, потому что у нас с вами миссии нет. Большое путешествие остался последний этап. 13 месяцев. Так, да, здесь все. И с миром мы закончим со станцией, я надеюсь. Что тут есть интересного? Так, заводила будет завершен через 2 месяца. Ура! Открытие марсохода намекает на присутствие микробной формы жизни. На нескольких солидных ученых сайтах появились сообщения об открытиях, сделанных недавно вашим марсоходом. Под самым громким заголовком была новость о том, что марсоход нашел признаки древней активной органической химии, обнаруженной в ходе работ по пробуриванию участка в основании горы. Это может свидетельствовать о присутствии микробной формы жизни на планете. Итак, получено 1500 науки, что в принципе очень хорошо, но жалко, это только разовое. Минус 50 к штрафу надежности, и повышается частота неоптимальных окон. Ну, да ладно, это в принципе не критично. Так, и нам нужно 3 человека. Нам нужно нанять кого-нибудь. Кто у нас тут получился? Значит, подождите. Ученый-навигатор. Ученый-навигатор. Долгожитель решала. Случайные ресурсы на каждом задании. Или спортсмен.
Давайте решалу возьмем. Так. Мы его сейчас наймем. Вот. И отправим Шмелева тоже в космос. Так. Обучение. Давайте я продвину 71%. Я немножко прокачаю вот тут. И неоптимально получается. Давайте в марте запустимся. Плюс 15% будет как раз очень даже хорошо. Ура. Ну, это будет 2001, в принципе, все отлично. Давайте следующее событие. Исследование колец Сатурна. Готов следующий этап миссии. Ну что ж, давайте попробуем. Я опять не хочу руками его, где он тут. Автовыбор, раз, два, три, это, подождите. А, это небольшое исследование, небольшое путешествие, это еще только промежуточное. Ну ладно. Конечная стадия, нет? А, красив какой. Да, последняя стадия, отлично. Что у нас по науке? О, 8, то есть у нас науки получается больше на 4 месяца, чем у нас было. И спасательная система миссии, замечательно. Плюс 2000 одобрений, ура. Что у нас по готовности? 46, и ближайшие китайцы 35. Окей, мы обгоняем и держим пальму первенства. Хорошо, 2 месяца осталось до пересмотра. Появились снимки равнин жары. Ваша миссия «История Меркурия» поставила потрясающие снимки в высоком разрешении одной из самых эффектных особенностей Меркурия – равнина жары. Ее возникновение связывают с падением на планету астероида шириной в 100 км и около 4 миллиардов лет назад. Этот кратер по размерам превосходит штат Техас. Получено 200 поддержки. Замечательно, неплохая миссия получилась. Не только денег дали, но еще и поддержки. Как раз месяц остался до пересмотра бюджета. Прям замечательно. 2400. Да, ну слушайте, нам набирать еще 10 тысяч почти. Хорошо, ладно. В любом случае мы финансирование получаем не от них, а от миссий. Так. Ну и посадочный модуль для сбора образцов марсианского грунта в следующий месяц. Вот он такой построился. При расчете окон оптимальных, неоптимальных не успел я прочесть. Что-то я сегодня клацаю раньше времени. Так, что у нас по текущим миссиям? Есть одна свободная. Так, подготовка на Марс. Нужно ракету запустить. Существующие не... Стоп, она еще раз. Да, не прокатывают. Надо создать новую. Отлично. Мы уперлись в то, что мы не можем ее отправить. У нас нет ни одного исследованного верхнего ускорителя, верхней ступени. То есть внизу, понятно, без вопросов, а вот с верхним у нас не тянет. Замечательно. Тогда отставить это пока. И у нас осталось отличное исследование Марса. Один ход и перекинем на исследование верхних ступеней. Так, что у нас есть по миссиям? Дальше, модульная станция, это в плане, один ход остался. Большое путешествие в процессе, запрос, телекоммуникационные средства. Ну, ради денег можно, но не вижу смысла пока сейчас. Что у нас тут есть по Марсу? По Марсу ничего. А далеко лететь я что-то не очень хочу. Гляньте, сколько мы тут понаисследовали вокруг. Когда мы только-только появились, у нас вот этих не было, вот этих спутников. Сейчас, смотрите, понаисследовали, сколько всего разного. Прикольно, кстати. Молодцы, что они. Вот последний этап нашего большого путешествия. Через 4 месяца будет. Прикольно, что разработчики сделали так, чтобы это вот все отображалось по мере развития. Это очень интересно. Запросов нету. Миссии подготовки. План. Но у нас, видите, не хватает сейчас ресерча. И Япония может нам наступать на пятки, кстати, между прочим. Хорошо, тогда чем бы тебя занять? Луна? Ну, не знаю насчет Луны. Ну, что, попробуем пилотируемую высадку на Луну. А, этап пройден, это же мы первый, господи. Сейсмология. О, 8 миллионов дают, смотрите, слушайте. А я бы вот эту выбрал бы миссию. Давайте, это будет недорогая миссия. Всего 840 тысяч. При наших миллионных затратах сейчас это вообще отлично. Исследование среды обитания на поверхности Марса завершилось. И модульная космическая станция. Мы готовы к полету. 87 на 86. Ну, в принципе, должно все пройти успешно.
Так, что у нас по погоде? По погоде нормально. Продолжаем. Запускаемся. Я буду пропускать в этот раз тоже, потому что мы уже видели. Так, шаттл до третьего уровня и автовыбор 1, 2, 3. Отлично. Ну, какая красавица, смотрите. Полностью в сборе. Станция Мир. Это, конечно, не СС, но это конкретно Мир. Над Китаем летим сейчас. Уже над Россией. Непонятно, как тут сдвигается во время полета. Так, ну мы закончили полностью, получили рейтинг одобрения и сильно продвинутый опыт получили. Прям замечательно. 12 месяцев ребята отдыхают, и мы можем посмотреть энциклопедию. Так, Мир, смотрите. Ну, я же говорю, это Мир. Видите, как она красиво выглядит? Вот, утопили в Тихом океане, если я правильно помню всю эту станцию. Ну, ничего страшного. Зато у нас теперь есть ИСС. Ой, смотрите, она вон болтается прям визуально. Вот я говорю, классно сделали, что она визуально прямо вот получается. Вон шаттл даже к ней прилеплен. И у нас, по-моему, получилась свободная миссия, да? Нет, не получилось. То есть Мир все равно мы должны поддерживать. Он нам приносит 150 науки, 50 одобрения. И вот ежемесячные награды 300, не знаю, в 3 раза больше. Не знаю, как оно считается на самом деле. Тем не менее. Так, назначаем исследование. Исследование будут ракеты. Мы тут ракеты вообще, смотрите, проворонили практически. Так, Центавр. Это мы все должны исследовать сейчас для того, чтобы дойти до Енисеев или Дон. Смотрите, значит, у нас на сегодняшний момент 24 тонны есть, а эти будут по 65 и по 90 тонн. Конечно, мы не можем не утянуть ни одну, ни вторую. Ускорители нам не нужны, давайте верхние ступени. Кого быстрее следует? 4000, 4000, без разницы. Благо мы по полторы, ну, то есть ходов на 5, ну, то есть за год-полтора мы должны будем все это навернуть. Но меня смущает то, что меня могут обскакать японцы. Ой, ладно. Хорошо, пускай строится еще пару месяцев. Получено 300 поддержки. Мир празднует создание мира. Мировые СМИ заполнили историю о завершении Мир. Тысячи людей со всего земного шара собрались, чтобы увидеть орбитальную станцию в телескоп, бинокли и невооруженным глазом. Замечательно. Ну что же, попробуем. Итак, этап большое путешествие, автовыбор, 1, 2, 3. Ура, все получилось. Последний. О, красивый, слушайте. Фу, 6 этапов. Первый. 175 рейтинга одобрения. 760, всего 903. И смотрите, всего-то немного науки на самом-то деле. 490, но на 6 месяцев. Ну, возможно, это все равно ускорит. Ну, невозможно, а точно это ускорит наше продвижение по ветке развития ускорителей. Ну вот, смотрите, Маринер, Юпитер, Сатурн, Уран. Полетели Вояджеры, красавчики. Мы это сделали. Блин, слушайте, мне станция нравится, как она классно здесь летает. Так, и вот теперь у нас реально доступно две миссии, и надо прокачивать нам науку. Прям вот очень серьезно надо прокачивать науку. Подготовка высадки. Спланировать миссию. А ну-ка давайте. Вот, смотрите, какой красивый. Это уже обитаемый модуль. Стоит 4 миллиона, не проблема. Мы к этому были готовы. Так, ну и еще одна миссия свободная, которую... Давайте посмотрим, может на Марсе еще есть какие-то запросы хорошие. Нету. Куда бы полететь, чтобы недалеко. Но так, чтобы искатель экзопланет. Смотрите, продвинутая система наведения, улучшение ракеты дает 8000 науки. Вот, вот эту я возьму, слушайте. Вот, о, это телескопчик у нас новый. До 2,5 миллиона. 25 науки за успешное выполнение миссии и плюс 25 надежности полезной нагрузки. Плюс. А что ж красное выделено? Минус. Она вот в минус у нас работает. Это плохо. Ну ладно. Так, все, следующий месяц союз завершен. Величайший тур. Вслед за завершением миссии «Большое путешествие» ваша пиар-команда провела рекламное мероприятие в честь ее успехов и открытий. Мероприятие стало потрясающим успехом и получило широкое освещение в мировых СМИ. Вы стали первым агентством, которое завершило этот ключевой этап
что придало вам еще больше известности. Получено аж 4000 поддержки. Это сумасшедшее количество. Так, ну и мы один из ускорителей исследовали. Нет эффекта на Союзе. Ну, окей, это хорошо даже. Поэтому строим. Давайте использовать шаттл будем. Шаттл пусть работает по полной. Недопустимый ракет. В смысле? А, мы можем 30 тысяч выкинуть, а нужно минимум 45 тысяч. Окей, хорошо. Тогда все существующие ракеты тоже не катят. И что может быть? Так, Сатурн 4Б или ЛЗ? ЛЗ первого уровня. Давайте вот так. И ускорителем возьмем Сатурном. Ну, вот это вот за 2 миллиона полетит в космос. Улучшение. Ну, если у нас ничего другого нет, тогда давайте хотя бы выберем уменьшение стоимости ракет. И, в принципе, я вот думаю, а если подрядчикам взять какую-нибудь раскачку науки? Где-то тут есть наука, подождите. Это надежность. Это минус наука, это... Нет, у нас нету. Ладно, хорошо, оставляем тогда классическую. И наш товарищ полетит туда. Через 11 месяцев будет построено. Так, следующее исследование, это верхняя ступень DSCC. Окей, хорошо. 1200 у нас пока с вами есть. Космическая станция дает нам 158, миссии 816, здание 242. Хорошо, погнали. Жизнь на Марсе. Ваша служба по связям с общественностью предлагает закрепить внутренние и внешние камеры в среде обитания, которую ваше агентство планирует отправить на Марс. Они считают, что надо показать во всей красе жить в космосе и марсианскую погоду, поспособствовав проведению эффектной маркетинговой кампании, направленной на популяризацию вашей будущей миссии по пилотируемой высадке. А так как никаких негативных не предвидится, давайте 300 тысяч мы заплатим за то, чтобы камеры установить. Давайте, может, это выстрелит чем-то полезным для нас. Так, ну что ж, полетели. Китай четвертый этап завершил. Так, ну и мы закончили исследование верхней ступени. И, наконец-то, мы можем перейти к верхним ступеням. Либо Енисей 50 изначально, либо Енисей 2. Этот 6400, этот 8. Давайте я возьму, наверное, с этого начну. Хотя, слушайте, 8 тысяч мы сейчас можем... Это 2 миллиона, этот 1 400. 8 месяцев, 6 месяцев. Надежность 65 растет на 3. Внешний планет очков улучшений 2, у этого 1. Я бы взял Енисей 2 сразу. Лучше я чуть-чуть дольше буду исследовать на месяц-два. У меня сейчас хорошо с наукой. И потом сразу я буду отправлять его на Марс, не задумываясь о том, что у меня чего-то не прокатывает. Давайте глянем. Да, здесь пока либо Енисей 1, либо Енисей 2. Ну вот видите, даже надежнее получается. Хорошо. Едем дальше. Гранат наш. Пересмотр бюджета, кстати. Вот 4000 нам тут плюс 9. Ух ты, смотрите как. Мы получили за один год по бюджету на следующий. Отлично. Просто ура. Так, ну и вот мы построили, значит, среда обитания на поверхности Марса. Стандарт, 10 надежности запусков и плюс 25 стоимости ракеты. Вообще не парюсь на эту тему. Так, что у нас с гранатом? Улучшение не требуется очков. О, но плюс 100 стоимости улучшения. Ага, ну и полезная нагрузка 56%. Всего лишь надежности. Так, хорошо. Давайте искать экзопланет. Использовать существующий. Мы не можем отправить шаттлом. Кстати, странно, почему шаттлом не можем отправить? Потому что всего 11 тысяч. Удивительно. Ну да ладно. Тогда попробуем, что у нас тут 5 уровня. Сатурн. И дальше... И дальше мы попробуем, вот, наверное... Ну да, вот, а почему нет?
Странная конфигурация получилась, но тем не менее. Очки можно выбрать любые, потому что они не требуют ничего. Мне нужна спасательная капсула, мне не нужна, кстати. А вот мне увеличение полезной нагрузки, ну, хоть как-то надо. Подождите. Это время постройки. Вот. Хотя бы в зеленую зону пододвинемся. Так. И вот подрядчик, посмотрим, тут можно было где-то улучшить. Да, еще больше за увеличение стоимости. Не проблема. Я получу за эту миссию больше в разы, чем потрачу. Так, но зато я буду уверен, что она точно полетит куда надо. Подготовка высадки к Марсу. Ну, давайте попробуем спроектировать новую. Может, это пойдет? Нет, в этой только Енисеи. То есть, короче, мы сейчас уперлись в ракетоносители. Плохо. Две миссии висят, не приносят нам никакой пользы. И плюс 700 науки мы начали получать вместо 1500. Ладно. Китай делится улучшениями стартового ускорителя. Надежность запуска матрешки увеличена на 10%. Ух, класс. Еще десяточка прилетела. То есть уже где-то будет 91. А Магомед Жаншкут ушел в отставку. Один из наших астронавтов ушел в отставку. Замечательно. Время движется, астронавты стареют. Астронавт ударил конспиролога. Один из ваших сотрудников отставки, Валентина Терешкова, ударил сторонника теории заговора, услышав от него обвинение в поддельной высадке на Луне. Молодцы разработчики. Втиснули в современность вот то, что сейчас происходит в мире. Умнички. Валентина Терешкова входит в состав исторической миссии по высадке на ПЛ. Поддержать ее, конечно же. И плюс 400 поддержки получили. Я бы сам тому дал бы по шапке за такие разговоры. Сбросство вносят тут в голову всякое. С этими плоскими землями и прочими делами. Так, нет эффекта у товарища. Нашей ракеты, которая повезет на орбиту полезный груз в 11 тонн. Так, хорошо. 3-3 надо. Значит, надо еще и нанять кого-то. Долгожитель, знаменитость, 10 поддержки в случае успеха. А, не, нафиг не надо это. А вот специалист по работе, это мне нужен. И мы его тоже забираем к себе, подтверждаем. Состав, так, 76, 85, 3000 оставим. Раскачаем полезную нагрузку. И вот в декабре 15% будет отлично отправим. Надеюсь, погода будет хорошая и нам ничто не помешает отправить их туда. Следующее событие, запуск селенологии. Исследование Енисей-2 завершено. Ура! Наконец-то. 40 миллионов есть, так что можем смело тратить. Давайте посмотрим, что у нас тут теперь есть. Значит, нам нужно... А, нам все три придется исследовать, чтобы получить дополнительные ускорители. 120 тонн, 200 тонн. Так, ну хорошо, тогда давайте ускорители Енисей попробуем исследовать. Так. Потому что без этого мы вот эти вот все миссии никуда не повезем. Потому что, смотрите, подождите, а это пилотируемый, а это просто среда обитания. Масса 90 тонн, этот 65 тонн, но у этого 90 тонн. То есть Енисей 2 однозначно. И последнее будет требовать 120. Полезная нагрузка Орел 120 тонн. Соответственно, это вот верхняя ступень Дон. И к ней нужно будет, скорее всего, прилепить и ускорители Дон, и дополнительные ускорители Енисей. Вот, мне кажется, так разработчики планировали себе это. Так, ну вот он Енисей, вот так он выглядит. Новые разработки. Похожие на Ангару. Так, ракетку мы еще не выбрали. Или нет, можем выбирать, все планируем. Так. А образцы грунта, наверное, первыми пойдут. И вот он, Енисей 2. Надо 65, мы на 90 можем. Ну, в принципе, нормально. Теперь ускорители. Ускоритель наш только восход 1. Да, N1 может понести это дело. И надежность 57. Очень плохая надежность. А здесь ускорители, смотрите, не прокатывают. Нужен вот ускоритель нам либо Дон, либо Енисей первого уровня. Причем, скорее всего, нужен будет... А может и пройдет. Так, хорошо, подождите. Подтвердить, что мы выходим. И что мы там исследуем сейчас еще раз. Ускоритель Енисей.
Он стоит 8000, а мы исследуем по 700 за раз. Долго ждать. Очень долго ждать. Хорошо, среда обитания, нам уж чуть полегче. Вот так. На то же самое. Но зато здесь 75 полезная нагрузка и 4,5 миллиона. А я бы вот это отправил, вы знаете. Вот это можно попробовать. Давайте вот так надежность повысим. И пускай белугу строят. А вот с этим делом повременим пока. Следующее событие. Ракета готова к созданию. Ракета для запланированной миссии подготовки к высадке на Марс. Среда обитания готова к созданию. Уверенность, хотите продолжить? Подождите. В смысле? Построить ракету. А, я не нажал. Так, что по подготовке? 38 и 51. Отлично. Мы приближаемся к великому финалу. Обнаружено новое кольцо Сатурна. Во время вашей миссии исследования колец Сатурна с помощью зонда Циолковский-1 был сделан снимок, на котором запечатлено ранее неизвестное кольцо, находящееся рядом с более яркими главными кольцами. Ученые полагают, что оно возникло в результате столкновения метеорита с малым спутниками Сатурна, Яносом и Пиметием. Получено 500 наука. Отлично, нам сейчас это очень-очень даже нужно. Следующее событие – это запуск селенологии. Ну что ж, мои космонавты пойдут. А, это она только достроилась. Это еще мы... Ладно. Хорошо. Да нет, в принципе, мы готовы запускаться. Вероятность успешного действия... О, нормально. Запускаемся. Лети, моя красавица. Хорошо пошла. Сейчас посмотрим, что там по процентам. Нет, мы тебя добьем немножко. Хороший запуск эффектов. Тут все и так есть. Ну что ж, тут должно быть вообще все отлично. Покажите мне. А, это возврат сразу. Ладно. Это мы уже с вами видели много раз. Поэтому пропускаем. Так, одобрение 2300, науки 644 на 6 месяцев. Это то, что нам нужно. 1300. Ой, 1130. И 6 месяцев восстановления нашего экипажа. Ну, отлично. Енисей скоро добьем. Так. Тут пересмотр бюджет. Ну, мы немного тут поработали в этом месяце. В этом году, точнее. Хорошо. И белуга через 7 месяцев. Так, у нас доступна одна миссия. Давайте мы посмотрим, что тут нам Земля предлагает. Навигационные спутники за денежки. Это что-то аварийная система энергосбережения. Позволяет перезапустить задачу один раз за миссию. Интересная система. Так. Этапы Великого пути. Рентгеновский телескоп. Я, кстати, так его и не построил. ЕСА его закончит. Да, ну и ладно. С этой стороны что у нас тут? Венера. Что хотят на Венере? Аппарат для спуска на Венеру. Ну, 2000... Тут 3000, так, они все тоже выполнили, а мы даже не планировали орбиту вокруг Венеры. Ну, слушайте, давайте запустим, это быстро, зато 3000 и дешево, самое интересное. И получим буст науки, это правильно сейчас. Все миссии должны работать, чтобы приблизить нас к высадке на Марс. Можно быстрее. Итак, венерианский спутник построен. Планируем для него ракету. Вот, готовая. Можем загружать проект. Он отличный, надежный. Так, Белуга и Родини. Хорошо, через 4 месяца Белуга будет завершена. Исследование Енисей завершено. Отлично, тяжелый ракетоноситель Енисей. Ну и тогда я поставлю верхнюю ступень Енисей-1. Это так чисто, как проходной вариант. А сейчас мы сосредоточимся значит, на подготовке сбора грунта с Марса. Значит, верхняя ступень Енисей 2 однозначно. Нижняя теперь у нас Енисей 1. Дон понадежнее будет, но он на
200 тонн. 4, ладно. Пускай так будет. 5 очков улучшений. Стоп, а я не понял. Ага, то есть ты не летаешь, зараза, без ускорителей. А вот Дон без ускорителей может летать. То есть, видите, получается странная конфигурация. Придется ждать теперь и Дон ускоритель. Хорошо, отменяем и возвращаемся в лабораторию. Ускоритель Дон. Не дадут нам его. Хорошо, стоп, ускоритель Титан. Это 26, это 32, это все твердотопливники вокруг. Хорошо, эти ускорители 30 тонн, это 16. Все очень легкие. Нам нужен вот этот, получается. Ну, в любом случае, тогда оставляем как есть. И у нас будет тогда пока, получается, пропуск по миссии. Искатель экзопланет. Обучение. Что у нас? 61 на 99. 61 мы прокачиваем надежность запуска. И вот опять декабрь. Плюс 10 надежность запуска, минус 10 надежности полезной нагрузки. Очень плохо. Нам бы как раз наоборот. Хорошо, следующее событие. РЛС предотвращает катастрофу. Наземная радиолокационная система, предназначенная для размножения орбитального мусора и создана с помощью вашего агентства, сумела предотвратить потенциальную катастрофу и столкновение со спутником, принадлежащим Японии. Япония публично похвалила эту систему и предоставила дополнительную финансовую поддержку для дальнейшей работы. 25 репутаций у япошек мы получили. Ну, в принципе, неплохо, где наш тут дипломатия. Чем? Хорошо выходит, с Китаем совсем дружба. С Японией очень хорошие отношения. Ну, американцы такое дело. Мы на них и не ориентируемся. Текущие миссии. Не хватает нам мощности. Здесь, пожалуйста, а вот здесь вот. Слушайте, а если вот так? Ну, психануть и вот так вот попробовать. 2 очка. Где у нас тут улучшение? Вот так, запуска. Или сделаем так. Давайте полезную нагрузку увеличим, а подрядчиком выберем так, чтобы у нас увеличился эффект от запуска. 62%. Ну, надеюсь, что мы сможем ее запустить как положено. Ну, почему нет? Почему нет? Хорошо. Давайте, значит, следующий месяц. И еще один, и это будет Белуга. Белуга, которая отправится. Еще 5 надежности запуска. Ну что ж. Обучаем. Тут у нас 76 надежных полезной нагрузки. Пробустим ее. 15%. Где? Январь месяц 2004 года. Подтверждаем конфигурацию. Это наша будет первая серьезная миссия на Марс. Давайте Родинию завершим. Вот. И на сегодня с этим закончим. Вот, ее тоже можно будет поставить в разгон, так сказать. 91, надежность 92. Вот здесь науку бустить будем по полной программе. В июне полетит, 20% получит. Плюс, нам как раз наука и нужна. Ну вот, в принципе, и все. Я думаю, на сегодня хватит. Мы с вами многое сделали. Вот, увидимся в следующий раз. Всем пока, спасибо. С вами был Game Dragon. Не забываем ставить лайки, подписываться. Всем хорошего настроения.